утра, возвращаюсь с работы. Вот. И такая вот красота. Метель. Сейчас вот повернулся вот так, вообще ничего не вижу, потому что снег прет сильнейший. Вот. Примерзла, трушки, моя красавица. Вот это вот новогоднее похрустывание. Как его не хватало на Новый год. Проснулся, а на улице, как всегда, солнце, ветер, вот. Ну и, конечно же, снежок, который хрустит, ё-моё, даже уже мне больше, чем мои кроссовки, вышел, ё-ё-ё. В общем, замело так замело. Опять же, к своей ласточке. Вот, сейчас мы сядем, поедем, я думаю, что... Вот, дверь открывается, как будто какой-то склеп. Так. Опа! Ноги надо вытащить, потому что только тот, кто знает, что, как эту машину надо убирать, будет после этого за ней ухаживать. Хорошо, так. Опа, сядем сейчас, поедем, посмотрим что-то интересное. Дома сидеть плохо, потому что погода хорошая, солнышко светит, вот, все красивенько, все классно, вот, и... Увидимся. В общем... Подумать, что я на Аляске живу. Просто кошмар. Снег выносит с такой силой. Короче, я ищу очень интересную вещь. Мне нужна такая, знаете, на глаза повязка, типа, как спать в самолете. Только, типа, чтобы она не давила мне, и чтобы я мог спать днем. Вот. И сейчас я поеду, попробую найти. Я не знаю даже, где это искать, в каком отделе. Ну ничего, поговорим. Может, кто подскажет, может, кто расскажет. Вот. Погода у нас, конечно, снегом замело, машины дрифтуют. В общем, ну, зима. Поэтому такое. Но прикольно. Солнышко, снежок. Такое тоже должно быть. Вот. Это ж не Флорида. Ну ничего. Не знаю почему, но все время там, где я сижу, с моей стороны запотевает все время окно. Вроде бы не пью, но такое, но вот везде окна нормальные, а у меня запотевшее самое. Горячий пока парень. Стою в пробке, расскажу. Короче, купил себе такую штукенцию. Теперь думаю, что не будет мне мешать свет. Вот. Ну такое всякое бывает, знаете. Ну, ничего, нужно, наверное, вещь. Вот. Поэтому рады, и такая.